Раз, два, три. Внимание, внимание. На канале Мистер Макс 7 миллионов подписчиков. Всем привет! Привет! У нас сегодня видео посвящено 7 миллионов подписчикам. Yeah. На каком канале? Мистер Макс! Уже, наверное, уже пока видео выйдет, наверное, уже будет 7,5. У нас сегодня будут и сюрпризы. Мистер Макс! Лай еще далеко. У нас сегодня будут и сюрпризы, и пранки, и много всего интересного. И даже самолеты, жужжащие над головой. Не видно. Все время мешают съемки. Да. Ну что, можно начинать? Давай, кто первый? Я! Давай пробуем. О-хо-хо! Ты нам сейчас всю конструкцию развалишь. Две штуки сразу. Дай буду держать. А ну еще раз. Крепче. Еще сильней. Получилось. И что же там? Кепка! Кепка Марио! Это моя кепка! Нашлась! Чья следующая очередь? Я! Так, это мы открыли. Это у нас какое-то поле чудес, или что тут получается? Там ничего больше нету. Я вот так проверил. Ой, я сильный! Целую бумагу разбил! Идите ко мне на руку! Я не знал! А ну давай мышцы! Ух, какие! Железные прямо! Сталь! Чья сейчас очередь? Моя! Давай! Я хочу этот! Ну я не знаю, ли у тебя получится разбить. Ты же все-таки девочка! Давай! Ну пробуй. Ниндзя! Катя ниндзя! Ниндзя ниндзяго! Кате нужны ножницы. А можно я помогу тебе немножко? О, правильно! Кубок! Кубок! Ты победитель! Тебе кубок за то, что ты сестра мистер Макса. Вот он на 7... Это Макс! А, значит, это мне! Это вообще-то кубок Макса. Мистер Макс 7 миллионов. Номер один. Если мне, тогда я. Хорошо. Это мне. Ладно, сейчас моя очередь. Ты что, мистер Макс? Смотри, мистер Макс. Надо было написать мистер Кейти. Мистер Макс? Что там? 7 миллионов? И что еще? Победитель номер один. Поздравляю. Дай пятерку. Макс, поздравляю. Катя, поздравляю, у тебя кубок. Дай пять. И сейчас моя очередь взрывать что-то, да? Я ячейку. Какой цвет мне выбрать? Синий, красный, желтый? Выбирай. Этот, красный. Давай. Красный? Этот. Давай. А я сейчас левой, одной левой, а? И я. Еще раз? Да. И я. Сильный? Да. Аж больно. Я не думал, что бумага может быть больно. Ай, там что-то вылилось. Смотрите! Выливай на себя тогда. Это на себя надо выливать? Да. Я не хочу! Да! Не хочу! Это пранк, папа. Давай! Не хочу! Давай! Давай. Нет! Давай. Я не могу! Может, давай. Ты это сделаешь? Ладно! Вот закрой! Точно! Это капец! Он не отрывается! Что это вообще? Короче, он не отрывается! Короче, меня Макс пожалел. Ой, смотри, что это? Макс, я так понял, ты меня пожалел. Смотри, я почти чистый. Да. Только прическу испортили. Да. Смотрите на это. А так пахнет, я бы его реально даже попробовал, но на это слизь, это нельзя пробовать. Моя очередь! Давай! Носик испачкался, слой! Я беру носик арахис! Носик испачкался! Где? А ну-ну-ну! Так, Макс что-то там разбивает! Опять! Хо! И кактус ты... надувай! Класс! Только кто надувать сейчас будет? Мы все испачкались! Хоть какого он размера? Окей! Не покрой! Угу! Вот такой вот горшочек и кактус. Где ты его будешь растить? Нигде. Чья сейчас очередь? Моя. Катина, ты только что достал кактус. Тебя поздравляю. У тебя кубок кактуса. У Кати кубок мистер Макса. У тебя кубок кактуса. И Катя открывает следующее что-то. Катя. Тут еще что-то было, Макс. Макс. Что-то. Тут была еще радуга. Ого. Макс, это поливалка. Ну, накручиваешь на бутылку и поливаешь свой кактус. О. Кактус как часто надо поливать? Каждый... раз в неделю. Правильно, вот раз в неделю будешь свой кактус поливать. Теперь ты. Давай тебе слайм какой-то. Это. Тебе надо слайм. Давай. Кате слайм. Кате слайм. Открывай его. Не течет еще? Не слайм.
И что там? Бузина. Вау, какая классная. Она еще новая, смотри, даже не раз, это, ни разу не растягиванная. Вау, какая классная. У меня такая же когда-то была на всю мою комнату. Заходи, иди сюда. Ну, не растягивай. Давай. Ух ты, ее в слизь. Это ее надо по ступенькам запускать, и она будет крутиться так. Может, по ступенькам идти с верхнего этажа вниз. А? Смотри, какая красота. Держи. И что, теперь моя очередь. Что мне открывать? Я хочу желтую. Можно желтую? Нет, красную. Я уже открывал красную, там слизь. Давай я желтую, окей? Ха! Точно не слизь? Точно. Поехали! Точно! Говорит сэр! Самолет! Давай! Поехали! Здесь тут миллионы! О! Я оторвал! Я буду вот так вот подглядывать, можно? Нет! Ха! У меня супер классная штука! Как она распределяется? Командир! Я буду командиром! Раз, два, три! Внимание, внимание! На канале Мистер Макс 7 миллионов подписчиков! Всем внимание, внимание! Да я попробую! А так немножко тише, вот так, вот так! Всем-всем привет! Короче, соседи били... Мурка! О, ты где? Мы Мурку ночью выходим иногда звать, она не приходит домой. Это выходишь, где-то желательно темной-темной ночкой, такой, Мурка! Мурочка, ты испачкалась, ты не слышишь? Да. Внимание, внимание! А как я это отмывать? У Макса случилось бесполёток! И я у него голова, кубок мистера Макса! Нет. Так, я открыл. Теперь, Макс, давай ты, твоя очередь. Нет, я... Hello! Я весь волюм включил. Макс, твоя очередь открывать. Максим! Давай. Ух! И что там тебе попалось? Это. Осьминог. Там какие-то октопусы Максу попались. Держи ты две лапы и мы. Давай. Растягиваем. Это растягивалка. Fidget spinner. Не надо. Главное не пускать. Fidget spinner. Посмотрите, какой он злой, видишь? Нахмуренный такой. Да. Ему не нравится, что его растягивают. А может это Фантомас? Кто знает, кто такой Фантомас? А ну напишите. Я не знаю. Ты не знаешь, может кто-то нам подскажет. Моя в комментариях. Твоя? Точно твоя? Очередь. Да. Ну давай. Сейчас нам Катя что-то покажет. Супер класс. Давай. Катя показывает супер класс. Оранжевый, очень веселый цвет. И там очень веселые конфеты. Можно мне? У нас же сегодня праздник. Конечно, можно. Да. Там целая куча мам. А октопус будет купаться. Октопус, ты хочешь в слизюку опустить? Ведро конфет, это мне на миллионы. Это Максу на миллионы. Что-то тебе везет доставать Максиме на эти. Кубок у Макса забрала и конфеты. Это, наверное, все для Макса. А ну? Нет. Ой, как пахнет, мам. Это всякие вкусняшки. По-моему, пришла моя очередь открывать. Да, открывать слайм. Открой это. Да, верхний ряд остался только этот, да? Да. А я смогу одним пальцем пробить? Кто скажет, смогу, нет? Нет. Нет, поломаешь его. Палец? Да. Если что, гипс мне наложите. И готовы? Да. Нет. Ня. Только мятина. Картонка там. Я там что-то вижу. Я вижу, там что-то вытекает уже. Слайм! Нет! Торт! Это клей! И здесь торт, Макс! Это точно для тебя! Смотри, да. Какой веселый, такой как ты! О, тут... 7 лет, 7 миллионов! А вот это сюрприз! Я, если честно, увидел вот эту слизюку, думаю, все. Сейчас мне попадется какая-то вот такая вот белая слизь. А это не то. Это супер классный тортик! Давайте попробуем! Конечно, будем праздновать. Но прежде скажем слова благодарности нашим подписчикам. Конечно. Спасибо вам большое, что вы с нами, что вы нас смотрите, подписывайте нас уже целых 7 миллионов. Это очень-очень много. Да. Это 7 Одесс, и это почти целый Лондон. Одна свечка потухла. Всем огромная благодарность. Мы всех вас любим, обожаем, и мы всегда будем радовать вас новым видео.
Раза два 10? Да. Но я с желанием не буду. Желание 10 миллионов подписчиков. Как тебе? Давай. Желание 18 миллионов, потому что тогда мы поедем в самое большое здание в мире. На 18 миллионов, запоминайте. Раньше было на 10 вообще. Поздравляем, Макс! Ура! Молодец! Дай пятерочки. Я бы тоже хотел, чтобы у меня было 7 миллионов подписчиков. А сейчас продолжаем открывать сюрпризы, пока самолеты не летают, не шумят нам. Тортик, жди нас, мы к тебе вернемся. Чья сейчас очередь? Катина, давай, Катюша. Давай, давай. И там кто? Кто там? И там светильник! Вау, арбузный! Класс! Покажи, покажи. Какой он крутецкий. А теперь его можно спрятать, и он там будет очень красиво смотреться. Да. Ну, теперь... Давай. Какой? Синий, желтый, красный? Это. Тут нету синего, оранжевый. С первого удара. Ну ты силен. Вот это. Силен. Я это коллекционирую. Вау. Так покажи, что это. Я это коллекционирую. Это красивенные камушки, бриллиантики. Я это коллекционирую. Да, один смотри какой большой. Там внутри. Давайте мы закроем аэропорт сегодня. Это давай. Невозможно. Давай. Давай позвоним. Мы в 20 километрах аэропорта. Посмотрите, что творится сегодня. Самолеты летают. Эй, брысь отсюда. Директор аэропорта, пожалуйста, не выпускайте самолеты, пока вы не закончу видео. Остановите самолет. Кто тоже коллекционирует, поставьте лайк. Классные камушки, я люблю такие. Да, я тоже. В оранжевых всякие вкусняшки закончились. Так, осталось два зеленых. Я зеленый, значит, сейчас. Давай вот этот, который возле меня. Готовы? Как там? Не получилось. Аж кулак болит. Я попробую вот так вот. Я опять такого же цвета. Смотри, это я открывал. Видите? Не зря у меня кулак болит. Я аж ведро согнул, смотрите, оно аж поломалось. Короче, надо аккуратно, а то если бы ценное что-то было, я бы разбил. А что с этим делать, с зеленым? Как всегда, наливать на голову. Кому? Давай Кате теперь. Нет. Катя, это тебе на... Макс мне нежно вылил. А ты что сейчас делаешь? Я боюсь. Это ж Катя, она же не пожалеет меня. Она меня не пожалела. Хотя пожалела. Кстати, у меня футболка чистейшая, вообще не испачкалась. Уже испачкалась. Ну чуть-чуть. Капец. На, тебе. Не надо. Не надо. Спасите меня от все, этой девочки. Все, моя очередь. А смотри, как она классно растягивается. Моя очередь. Давай, пробуй, что ты будешь открывать? Я буду открывать. Катя прическа испачкалась. И Макс открыл сюрприз. Ха! Какой он классный. Это миллиона ножка. Каждая ножка это один наш подписчик. И то он не хватит. Да. Катя, ты куда лезешь? По-моему, твоя очередь открывать. Да. У нас осталось желтое, голубое и вот такое зеленое. Какое ты выбираешь? Голубое? Зеленое? Голубое! Катя слизью пачкает! По-моему, сейчас все будут в слизи. Да. Давай! Там не слизь! Так. Фух, я думал, там наша кошка. Не, наша кошка где-то гуляет. Что это? Что это, Катя, попалось? Ух ты, поверни ее сюда. Ой-ой-ой, страшная такая. Так где страшная, классная собачуха, пушистая? Вот теперь ты настоящий щеночек. И как щеночки говорят? Ваф-ваф-ваф. Правильно. Итак, у нас осталось желтое и зеленое. Макс, ты какое выбираешь? Два. И мне останется одно. Последнее. Это. Давай. Макс, первого с одного удара, а я не могу. Я эти ведра гну. Бабл-саксофон.
А, мне нравится, это классная штука. Вау. Класс. Кто вытащил? Я. Максим, держи. Только не наклоняй, а то оно будет вытекать. Сильнее дуй. Прикольно. Супер, это самый веселый сюрприз здесь. А то мне всякие слизюки только попадаются. Я иду открывать мой последний сюрприз. И надеюсь, мне там попадется не слайм. Макс, самолет летит. Давай быстро говорим. Разверните самолет в обратную сторону. Не летайте нам здесь, пожалуйста. Развернитесь в аэропорт. Смотрите, что летаете. Супер! Я иду открывать последнее. Но я, честно, боюсь уже открывать. Да. Я надеюсь, там не будет какая-то там желтая слизь. Вау! И мне не придется ведра гнуть. Какого цвета слизь мне попадется, скажите? Я боюсь. Мы не знаем. Я не знаю тоже. Так. Там ведро. А почему мне не везет так? Я скажу... Только тебе попадается. Мама, ты что, детям рассказала, где будет слизь, чтобы они не выбирали? По-честному нет. Все сегодня по-честному. Короче, я не стал разбивать это ведро. Вот оно такое красивое, розовое, фиолетовое, бирюзовое. Какое оно там еще может быть? Красивое, короче. А давайте мы сделаем вот так! На меня! А давайте мы в честь 7 миллионов поставим 7 миллионов лайков за то, что я сделал вот так. Где оно? Есть на футболке? Нет, Валентина. Есть! Короче, я себя пожалел, да? Ну что, классный сюрприз нам мама приготовила. Да. Мы ждем от наших зрителей кучу миллионов лайков. Да. И пора идти кушать тортик. Да! Большое спасибо, что вы с вами. Продолжайте подписываться. Пора кушать торт. А мы идем кушать торт. Всем пока! Пока!